Добрый день! Устали работать за компьютером? Давайте разомнем свои руки. Начнем нашу тренировку. Выпрямились, раскрыли свои плечи, руки перед собой. Согнули их в локтях. Прижимаем ладошки к себе, выпрямляем от себя локти, не бросая вниз. Повторяем за мной, не спеша. Мы будем делать таких 3 подхода. Еще 8. Упражнение легкие, но мы будем брать количеством, будет сложно. 7, 6, 5, 4. Делаем со мной одним темпом, не торопимся. 3, 2, 1. Руки в стороны, выпрямили перед собой. Делаем ножницы, также не спеша. Нам хватит нагрузки, поверьте мне. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Сделали только один подход, напомню, их будет 3. Ручки встряхнули, носом вдох, ртом выдох. Еще раз. Достаточно. Приступаем ко второму подходу, повторяем эти же упражнения. Ручки перед собой, в локтях согнули, в сторону выпрямили. Продолжаем. 10, не спешим. 9, 8, 7. Локти не бросаем. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ручки выпрямили перед собой. Ножницы. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Отдыхаем. Мы сделали 2 подхода, остался 1. Дыхание восстановили, можно поработать немного плечами. Долго не отдыхаем, приступаем к последнему, 3-му подходу. Руки в стороны, закрылись, раскрылись. Продолжаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Прямые руки перед собой, ножницы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сделали мы 3 подхода, отдыхаем. Ручки встряхнули, продышались. Начинаем другой комплекс. Вертикальная тяга называется упражнение. Руки в локтях согнуты. Поднимаем ручки вверх. Вниз лопатки у вас двигаются. 10, 9, 8. Уже чувствуется напряжение в руках. 7. Мы терпим до конца. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Без отдыха. Вперед наклонили ручки. Вверх, вперед, 10, 9, 8, 7, локти вниз не бросаем, 6, 5, 4, 3, 2, 1, отдыхаем немного, расслабили ручки, дыхание восстановили, начинаем второй подход. Руки перед собой, в локтях согнуты. Поднимаем ручки вверх, вниз. Продолжаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5. У меня руки уже устали. Терпим до конца. 4, 3, 2, 1. И перед собой кладем ручки вперед, вверх. 10, 9. Не делаем быстрее меня. 8. Четко со мной по темпу. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Остался последний, 3-й подход. Ручки уже устали. Давайте дотерпим вместе до конца. Последняя серия. Согнули руки в локтях. Вертикальная тяга вверх. Вверх, вниз. Продолжаем. 10, 9,
8. 7. Не бросаем, доделаем до конца. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Осталось еще немного. Кладем ручки вперед. Вверх. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Отлично, мы сделали все три подхода. Плечами поработали назад, раскрылись, продышались. Носом вдох, ртом выдох. Вперед плечами поработали, круговые движения. Ну и давайте покажу вам заключительное упражнение. Расслабим поясницу. Все уже устали сидеть за рабочим столом. Повторяйте за мной. Небольшой наклон вперед, руки перед собой, локти прижаты друг к другу. Работаем на мобилизацию лопаток, то есть лопатками прям двигаем, работаем. Раскрылись лопатки вместе, закрылись. Раскрылись, закрылись. Повторяем за мной. 10, 9, 8, 7, 6. Не спешим. 5, 4, 3, 2, 1. Зафиксировали это положение. Давайте сделаем еще пару движений вертикальной тяги вверх. Четко вверх. 8, вниз, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Раскрываемся. Плечи раскрыли. Продышались. Итак, мы сделали хороший комплекс упражнений и можем возвращаться к своей работе.